В тренировке были задействованы спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники пожарных частей номер 6, 10 и 19, врачи скорой помощи и специалисты Минтранса. Прибыв на место, пожарные сотрудники Минтранса ликвидировали условное возгорание автомобиля. Спасатели ЮРПСО при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из машины и передали его врачам скорой помощи. По завершению тренировки организаторы учений поблагодарили всех участников за слаженность и оперативность действий. Такие тренировки проводятся регулярно на различных участках городских дорог.